Здравствуйте. В открытой студии «Город Плюс» мы общаемся с ведущими экспертами интернет-отрасли. У нас в гостях Роман Доронин, генеральный директор Yora.ru. Роман, добрый день. Здрасте. Я так понимаю, что основная из ваших компетенций – это искусственный интеллект. Как сейчас, по прошествии вот, там, последних десятилетий, выглядит эта отрасль? Куда в первую очередь прилагают свои силы разработчики? Ну, на самом деле, когда мы говорим о искусственном интеллекте, наверное, правильно и честно сказать, что его нет. Есть технологии, которые себя ассоциируют с этим термином, можно сказать, перетягивают на себя одеяло. Это компьютерное зрение, процессинг естественного языка, он же по-английски NLP, такой термин, вот, который мы видим ежедневно, используя, например, ассистента Алису. Вот. И, наверное, Data Science тоже можно назвать искусственным интеллектом. Но это все довольно разные технологии, в основе которых лежит машинообучение. Инструмент, который сейчас стал очень популярным. Машинное обучение, по-моему, сейчас есть везде. А ведь даже обработка бигдаты невозможна без машинного обучения. Ну, действительно, это так. И в машинном обучении есть большое количество методов. И один из них – это нейросети. Тоже, можно сказать, инструмент, который сейчас стал таким популярным, потому что появились мощности, где можно это считать. То есть видеокарты стали доступными, нейросети используют векторные пространства. И, в общем, поэтому сейчас в этой отрасли такой хайп. Вот. И чтобы этот хайп был еще дороже, все называют себя искусственным интеллектом. Насколько он вообще сейчас актуален в простой повседневной жизни? Если я простой обыватель, где я могу увидеть работу, вот то, что мы с вами сейчас называем вместе искусственным интеллектом? Вот. Вы на самом деле сталкиваетесь с этим везде. Начиная от той рекламы, которую вам показывает магазин, кончая телефоном, который можете разблокировать одним взглядом, вот, или фильтров в платформах типа Snapchat, которые меняют ваш там пол или возраст, до ассистента Алиса, Siri, Google ассистента и всех этих ассистентов, это вот на самом деле это уже везде. Это даже когда вы делаете фотографию на свой телефон, уже есть нейросети, они уже встроены, которые в некотором смысле оптимизируют вашу фотографию. И она становится немножко отретушированной, более плавной по цветам. Так что это везде уже. Есть ли подозрение о том, что искусственный интеллект начнет обучать другой искусственный интеллект, и мы с вами, как люди, как мыслящие, не нужны будем? Ну, здесь, наверное, два тезиса скажу. Во-первых, действительно, все эти технологии прекрасно оптимизируют рутину, именно рутинные задачи. Вот. Потому что машина пока не может складывать смысл, она может только подражать. Вот. Но также в машинном обучении есть такая технология, как Reinforcement Machine Learning. Она очень как раз похожа на тот искусственный интеллект, который сам учится. Вот. Но у нее на самом деле очень большое количество ограничений. Но тем не менее, когда мы слышим новость, что компьютер обыграл человека в доту, в гоу, в шахматы, вот. Это обычно как раз про вот этот вид Reinforcement Machine Learning. Про Go для меня на самом деле было очень удивительно, потому что все привыкли считать, что Go очень сложная игра, подразумевающая Dota много фактов. Dota, я бы сказал, еще сложнее. Не сомневаюсь. Опять же, сколько лет существует Dota и до сих пор на коне. Да. Какие перспективы в ближайшие 3-4-5 лет по развитию именно этого направления в интернете? Именно Reinforcement Machine Learning? Да, давай. Самообучающихся, да, про самообучающиеся системы. Они крайне сложны. Вот, они крайне ограничены, потому что эти системы могут сами учиться только в замкнутых системах. В игре, где есть правила, где есть ограничения виртуального мира, эти... То есть нужны некие рамки. Да. Для того, чтобы... И также эти системы очень сильно затратны на вычислительные мощности, вот, и это нецелесообразно их использовать. Однако это все развивается. Вот, например, самая ближайшая технология, где есть reinforcement machine learning, это беспилотные автомобили. У Яндекса ездят автомобили в Иннополисе, в Сколково. Даже по Лас-Вегасу ездили, Тесла применил автопилот в своих машинах, и там очень широко использован как раз reinforcement. Ну, то есть то, о чем говорится, что, видимо, там через 10, максимум 15 лет получение прав на механические автомобили, не использующие искусственный интеллект автопилот, будет гораздо сложнее именно за счет повышения безопасности движения. Видимо, все сюда же. Ну, да, наверное, футурологи спорят на эту тему. Я там тоже думаю, что, может быть, даже дороги начнут делить для автоматического транспорта и для личного, вот, и автоматически вытеснят. Но я думаю, это начнется с других ниш, например, с грузовых автомобилей. Вот, там это гораздо выгоднее. У нас сегодня был очень популярный вопрос, вам не могу его не задать. Появится ли Skynet, и если да, то когда и как? Нет, почему? Я думаю, что в ближайшие годы, ну, потому что это разные технологии, они не связаны, нету причин для появления Skynet. Если что-то такое появится, то это будет плод чего-то творения, вот, и то не появится. Роботы не поработят людей, можно не переживать. Спасибо вам за разговор, будем в это верить, что...
Терминатор не придет. Не придет. У нас в гостях был Роман Доронин, генеральный директор Eora.ru.